motherfucker. What's up? С вами канал Эльгейм, Let's Play Rock, Aliens Isolation. Мы продолжаем проходить нашу игру, наш хоррор, нашу выживалочку. Задача такая. Жила Изода Соломон, нужно найти Сэмюэлса. Для того, чтобы его там найти, нужно пробраться вот сюда. Ну, я другого варианта не вижу. Что не так? До 600 градусов. Так, отлично. Андроид, да, такая штука, что мы разобрались с ним, теперь нужно разобраться с этажом. Итак, у нас приехал грузовой лифт, или как это можно, транзитная линия приехала. Мы сейчас отправимся дальше, и мы попали куда? Транзитная линия. Здесь нам нужно что? Андроид. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж на... Надо пройти вот так и направо. Ну что ж, отправляемся прямо и направо. Вообще дорога нас ведет вот сюда. Она ведет нас вот сюда, к лифту, на... в опасной ситуации, отвлекайте. Так, нам куда-то нужно пойти, куда он сказал точно, но мы все прослушали. Теперь за счет того, что у нас есть нужные инструменты для проникновения. О, видите код. А код, где я достану код? Где-то же должен быть код. Войти в систему. Итак, 83-82. 83-82. О, смотри, как тут прикольно. В целом. Я правильно вообще иду? Может быть, мне вообще не сюда. Не, серьезно. Охренеть. Так, и мы попали в какую-то шахту лифта. У нас есть лестница, давайте попробуем подняться по лестнице. В любом случае, мы куда-то двигались. Главное понять, куда и зачем. Что у нас? По шахте вверх до лаборатории. А, мы по шахте двигаемся в лабораторию. Ух ты! Охереть. Давай, 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 вылезай. Офигеть. И что теперь? Вот я здесь. Типа ты хочешь предложить, чтобы я прыгнул туда или что? Как мне? А. Нормально. А мы продолжаем. Офигеть, смотрите, как они все устали. Так, здесь нам ничего не надо делать, ни на какую потайную кнопку не нужно жать. Я вот, честно, не доверяю им. Вот вообще, абсолютно. Вот тот точно, смотри. Вот этот еще ладно, а вон тот вот полюбас, он подставной парень. Так, отправляемся дальше. Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Так, медленно, но уверенно мы продвигались дальше. Здесь что? Здесь, наверное, нужно включить вот эту штуку. Один генератор мы запустили. Главное быть осторожным, да. Не у нас... Дверь раскурочена. Не подобраться. Почему они все нападают на меня? О, дверь открылась, смотри-ка. И куда дверь открылась? И прям здесь сейчас склад какой-то взломаем. На складе обычно много хлама. Да, отлично, открылось. И что дальше? Мы идем в следующую комнату. Это транзитная пола. Транзитная линия пола только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполло напрямую. Биологическая угроза уровень Омега. Все разрешения отозваны. У меня нет на это времени. Ты
Да, кто ты такой? Ты видел, с какой силой он другого андроида заколошматил? Человек не может так просто взять, вот же себе руку все отобьет. Там будет много криков, рука будет очень сильно болеть. Походу, он робот. Найти Сэмюэльса. Представь, если он реально робот. Вот это сейчас будет карате. Давай проверим. Походу, будут по очереди бегать. Вот и кнопка. Я же сказал, где-то здесь она была. Вот, мы ее нажали. Видишь, у нас лифт загорелся. Офигеть. Без записи нельзя. Эш, смотри, они сейчас за мной реально погонят. Надо их запереть там. По-моему, сломали дверь. Отведение газа. Так, у нас есть еще карта и патроны для дробовика. А у нас еще и фонарь есть. Он у нас и был. Вот почему мне так дофига оружия сейчас дают? Что сейчас будет происходить? Аптечки, смотри, прям гранаты. Смотри, что сейчас будет за битва? Где-то есть сохранялка. Даже сохранялку сделали. Полюбаться сейчас что-то будет. Ну, а что будет дальше происходить, мы с вами узнаем в следующих наших приключенческих выживательных прохождениях. С вами был канал Олегеймус, Rocket Aliens Isolation. Увидимся, ребятки, пока.